Дамы и господа, представляем вашему вниманию уникальнейший фокус, которого вы не видели никогда и нигде. Распиливание Бэкста на 4 части. Барабанная дробь. Бэкст! Он там! Быстрее туда! Всем привет! Как вы уже заметили, я загружаюсь на сервер Lumber Tycoon 2. Все, что от меня есть, это мое лицо, моя белоснежная улыбка и, в принципе, все. Наконец-то мы загрузились! Я уже прикупил тот топорик за 2000 серебра. И, если честно, я даже не представляю, чего мы будем делать в Lumber Tycoon 2. Поэтому я обращусь сейчас к своим подписчикам. Чего делать будем? Вопросительный знак. Ну а пока я жду крутые идеи от моих подписчиков, я предлагаю сбегать ко мне домой и посмотреть, чего ж я там в прошлый раз-то намудрил. Бум-бум-бум. О, куда он делся? Нет, куда он делся? Эй, Бадди, ты видел, куда он пропал? Ага, Бадди хочет нам сказать, но не может. У него вместо слов... решеточки, клеточки, хэштеги. Если день начался с таких странностей, то он по-любому будет крутым, потому что будет дофига интересных моментов. А пока пойдемте посмотрим на вот этот недостроенный гараж. Там смотрите, сколько машин и какой он огромный. Ой, блин, я думал здесь проход, а тут... огромное стеклянное окно, вот сбоку его видно даже. Сейчас мы направляемся в мебельный магазин и в магазин машин с прицепами. Я надеюсь, что мы там чего-нибудь интересненького присмотрим. О, как это вышло? Надо бы помочь. Это какая-то нездоровая ерундовина. А что, если мы попрыгаем на капоте, ребят? Давайте-ка все вместе прыгаем на капот. Давай, залази. Прыгай, прыгай. Давай все вместе, опа. Нифигашеньки не помогло. О, ребят, подстрахуйте меня, я полез под машину. А, у, моя голова, чуть кепку мою не оторвала. Ребят, страхуйте меня там хорошо, а то мне сейчас... Ай, ой, ай, кто там прыгает? Слезь с нее быстро. Меня чуть не расплющило этой машиной. Надо какой-то другой метод попробовать. О, кажется, ребята, кажется, я застрял. Спасибо. А чего, если мы ее немного веткой подденем? По-любому должно сработать. Что-то нифига не работает. Стало как вкопанное. Ну-ка, Поход бесполезняк, ребят. Давайте-ка мы ее лучше кинем и поедем на моей. Ну вот, магазин закрыт. Блин, провозились с этой машиной. Надо было бросить ее раньше. Придется магазин взламывать. Сейчас, ребятки, попробую. Рука пролезла так. Вот так вот. Да! Я открыл магазин. Не-не, топором бесполезно. Я тебя открою. Забегай. Потом приехал добрый человек. Он привез мне глаза. Ну, не мои глаза. Он привез другие глаза для квеста. Но дело все в том, что я находился в закрытом магазине. И зачем они мне здесь? Я его попросил закидывать эти глаза в кузов моей машины. Но тут пошло что-то не так. Блин, профукали столько глаз. Куда он делся? Опять это фиговое НЛО. Эх, ну ладно. Давайте веселиться, ведь мы находимся ночью в закрытом магазине. Устроим здесь дестрой. We'll be right back.
Хотите верьте, хотите нет, но у нас застрялится они в асфальте. Поэтому я решил их подтолкнуть машиной. Страйк! Быстрее, быстрее на остров, а то я сейчас окочурюсь в этой ледяной воде. Быстрее, 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 быстрее. Я смогу, чуть-чуть осталось. Кидай спасательный жилет или круг, что там есть. Хотя уже не нужно. В общем, сани нам пришлось бросить. Они у нас сломались, поэтому мы поехали обратно без них. Но я, если бы не проверил одну интересную вещичку. Мне было очень интересно, а приплющит ли меня мост? О, черт! На это я не рассчитывал. Нужно как можно быстрее доплыть до берега. О, плохо дела, ноги онемели. Руки не слушаются меня. Ну вот, профукал все свои топоры. Я решил. Я утонул, в принципе, близко к берегу, и мне нужно во что бы то ни стало достать свои топоры. Но каково было мое огорчение, когда я понял, что я не могу уйти на дно. Я слишком легкий, и именно моя легкость не дает мне опуститься на дно. А топорики-то, кстати, видно, вон они. Эх, как они близко-то. Нужно придумать какую-нибудь инженерную штуку. А самый простой вариант – это прикрепить себе машину на плечи и утопиться вместе с ней, потому что машина на дно тебя точно по-любому утащит. Ну что ж, начинаем наш эксперимент. Мое первое погружение, я немного расстроился, я не увидел ни одного топора, я думал они исчезли, но вдруг я увидел один топор, я его сразу же подобрал, но мое здоровье подходило к критической отметке, мне нужно было всплывать, и под конец я увидел еще два топора. Сейчас восстановится мое здоровье, и я нырну за следующими двумя. Знаете поговорочку такую? Любишь на тачке кататься, люби тачечку повозить. Вместе с водителем. Также мы еще все вместе разработали буксировочную методику. И выглядит она примерно вот так. Знаете, бывают такие моменты, когда ты чувствуешь своей пятой точкой, что что-то пойдет сейчас не так. Ну я же говорил! Вот блин, наверное я попал в рай, за хорошие заслуги. А может быть это не рай? Потому что помимо меня и тачки, глючной тачки, здесь больше никого нет. Наверное это глюк мир, которым царит тихомир.
Потом мы решили поиграть в игру «Кто смелее». Суть игры заключается в том, что во время движения парома нужно выпрыгнуть из машины и прыгать как можно выше. Но если ты не справишься с управлениями, то ты сам себя утопишь. В принципе, что у нас и получилось. Бывают моменты, когда ну прям вообще не хочется вылазить из машины, чтобы зайти в магазин. Тогда в чем проблема? Просто заезжаем на машине в магазин. Ну вот и подошли наши приключения к концу. Если вам понравилось, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, оставлять свои комментарии. Это очень важно. А я с вами прощаюсь. До нового видео. Пока-пока.